Ну что ж, друзья мои, всем привет, с вами снова я, Артем Плотников, и мы с вами вновь на проекте Premier Game. Ну что ж, друзья, как вы помните, в прошлых сериях я просил у кого-нибудь на тест-драйв вот эту малышку Audi TT, и нашелся добрый человек Алекс Парамонов, который нам решил предоставить данный автомобиль. Так, нужно мне времечко убрать из чата, чтобы нам не мешалось. Собственно, Алекс Парамонов готов нам дать на тест-драйв данный автомобиль с блатными номерами, с дон-цветом. Цвет, да, этот можно оставить, но я настаивал на том, чтобы Алекс просто нам дал данную малышку на тест-драйв, но он сказал, что хочет мне ее, собственно, подарить для того, чтобы я разыграл ее именно для вас в конкурсе, друзья, и... Я думаю, что мы именно так и поступим. Условия конкурса, друзья, будут такими же, какие и всегда. То есть подписаться на мою группу ВКонтакте, подписаться на мой канал, подписаться на группу Premier Game и, собственно, сделать репост записи с конкурсом и закрепить ее у себя на страничке. Думаю, конкурс мы будем проводить недолго, где-нибудь максимум, я думаю, что недельку, и уже буду подводить итоги. Сейчас мы едем на место, где можно продать автомобиль из рук в руки, но малышка, собственно, друзья, бомба. Я думаю, что она вам понравится. Сейчас я проведу небольшой тест-драйвик. Мы уже с Алексом сгоняли до банка. Он перевел мне 2 миллиона рублей на счет. Я их снял. Он решил, собственно, сделать так, что он перечисляет мне деньги, потом продает мне машину, собственно, чтобы как бы машина получилась подаренная. Ну ладно, что ж, сейчас он нам ее, собственно, продаст или подарит, так сказать. И мы уже начнем непосредственно тест. А, за лям 500? Почему за лям 500? Воу-воу-воу. Епт. Ауто. Ауто 1. Тра-та-та. И у нас еще поллям почему-то осталось. Это непорядок. Надо ему их перевести. Так, я хочу ключики. От души. Так, и по 68-му, 50, 50, 100, 150, 200, 250. А, иди сюда. Ну, не хочешь? Ну, ладно. Ладно, 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 садись давай. Садись, поедем уже кататься на этой малышке. Давай, прыгай, 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 прыгай. Ух, она без пневмы. Не, так не надо. Ну, ладно, давай. Хорошо. Ох, малышка полноприводная, друзья, сразу вам скажу. Давай, прыгай. Прыгай, братюня. Поедем сейчас гонять на данной малышке. Давай, садись. Не буду я тебе больше денежки давать, раз ты не хочешь. Так, лок. Ух. Воу-воу-воу. Полегче. Вот это, друзья, да. Полный привод, но... Если захочешь машину как бы пустить в занос, то она с легкостью идет. Он мне обратно дает эти 250 тысяч, что я ему перевел. Вот, блин, а, ну ладно, что ж. Хорошо, спасибо тебе большое. Тогда вдобавок еще победитель получит сверху 500 000 рублей. Походу, он мне еще больше передает. Эй, хорош, мы так не договаривались. Мы договаривались только на машину. Больше мы ни на что не договаривались. Ну ладно, друзья, ну что ж, тогда победитель у нас вдобавок еще и бабло получит. То есть автомобиль и, например, давайте сделаем так, что... Ну, 1 000 000 рублей сверху, хорошо, так уж и быть. Будет лямчик сверху, и все будет замечательно. Уже два штрафа нам пришло, один косарь, другой 500. Сейчас мы едем на нашу любимую трассу, где мы, собственно, и... будем тестировать данную аудюшечку. Вообще ТТ-шка прикольная машинка, так-то с виду такая борзяновская. Сейчас посмотрим, что она из себя представляет на треке, как она вообще себя будет вести. Конечно, тренировочки ей не хватает, но такой женский мобиль такой прикольный, конечно. Будет вообще прикольно, если данный автомобиль на проекте выиграет у нас девушка. Будет вот это вот прям, ну, по кайфику. Мне так кажется, будет довольно-таки прикольно, что девушка будет гонять на таком автомобиле такой расцветки, будет, ну, довольно-таки весело. Так, ну что, кстати, у меня еще девушки в конкурсах вроде бы не выигрывали. Если мне память не изменяет, то вроде бы да. Вроде бы у нас еще девушки не побеждали ни в каких конкурсах, и
Наконец-таки должна же, наверное, победить девушка, я так думаю. Только настоящая девушка, а не вот эти там фейки, которые, я не знаю, зачем косят под девушек. Я не понимаю просто. Так, ворота. И мы выезжаем с вами наконец-таки на трек. Вот именно вот это вот место, где можно наваливать на машине как ты хочешь, зачем, как угодно, короче, ты можешь наваливать именно вот в этом месте на своей машине. Друзья, кто не знал, то в городе гонять так, как здесь, вам не позволят. Поэтому, если хотите помериться силами, силами и вообще оценить свою машину, то, друзья, милости просим на трек. В городе этим заниматься не нужно. Ну, как не нужно? Можно, конечно, но вы рискуете остаться без прав. Вот так вот уже, понимаю, вот так вот уже хорошо. Не как в первый раз. Сейчас я, наконец-таки, начну уже привыкать к данной машинке. Так, скорость у нас маленькая была. Полный привод довольно-таки сложно, друзья, заложить поворот. Ее именно вот с раскатчики нужно, а вот так вот, ну, это больше ты на ручнике пол поворота проезжаешь, и это вообще не по кайфу. А с раскачки, вот, да, с раскачки, ну, опять скорость у нас маленькая. С раскачки, да. Вот задний привод, вот эта вещь, вот его можно закладывать, вот серьезно, очень красиво. Либо полный привод с нетрухой надо закладывать, потому что, ну вот просто так вот, ну вот он не заложится. Либо ты полпути будешь ехать на ручнике, либо ты разобьешься, вот как мы вот первый раз сейчас вот влетели в столб, вот именно так вот и будет. Сейчас мы вот этот вот поворотик попробуем с раскачки войти. Так, у нас нетрушка опять, да, чуть-чуть еще мудрит. Вот где-то вот на этом вот пути нужно начать вот раскачивать. Не, скорость маленькая, надо с нетрухой. Потому что, ну блин, как-то не очень. Таран. Ух, 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 ух. И давай, давай. Ну, блин. Нетруха под конец только у нас появилась. Вот здесь вот сейчас мы должны хорошо зайти с вами. Ну, как-то вот так вот. Но все равно не очень, друзья. Ну, что могу сказать по Audi. Управляется она круто. Если вы просто для езды, а не ложить ее боком, то, друзья, аудюшка вообще хороший вариант. Держит дорогу прям, ну, очень хорошо. Полный привод все-таки, как-никак. Собственно, максимальная скорость я не заметил, но вроде бы либо 172, либо 174. Сейчас тут на прямой посмотрим, если нам хватит разогнаться. Бодрая так-то по себе машинка. Довольно-таки интересная в городе. Как раз самое то для данного аппаратика. На подъеме хорошо идет, но потом начинает уже подтупливать. Вроде бы 174, либо 178 у него максималка. Сейчас посмотрим еще разочек, если мне хватит разогнаться. Давай, давай, давай. 178, друзья, максимальная скорость у данной машинки. Но ей достаточно. У меня столько же 600 едет. Только даже вроде поменьше. У меня 174, 600 едет. Если мне, опять-таки, память не изменяет. Ну что ж, друзья, я думаю, что данный автомобиль для розыгрыша будет отличным, так сказать, подарочком, кому данная машинка попадется, причем еще и лям сверху. Так что, ну, друзья, я думаю, что это по кайфу. Так что, друзья, спешите в группу ВКонтакте мою и начинайте участвовать в конкурсе. Условия очень простые, ничего сложного в этом нету. Поэтому, друзья, всех милости прошу участвовать в конкурсе. Ссылочка на конкурс уже есть в описании, поэтому переходите и начинайте участвовать в конкурсе. Ну а с вами был я, Артем Плотников, игровой канал Escape TV и игровой сервер Premier Game. Всем удачи и пока-пока.